В общем, ребят, дилемма. Поймал я двух окушков маленьких и одну щучку. Один окушок у меня сошел. И вот теперь вопрос такой. Вот там ходит кот. Смотрите, вон он. Он подходил и спрашивал у меня: «Женек, а дашь рыбки?» Я вот думаю, вот он. Кис-кис-кис-кис-кис-кис, иди сюда. Иди, рыбеху будешь? Иди. Кинуть ему рыбеху. Он убежал. А я бы ему мог дать вот этого окушка маленького. Он бы его съел. Но я думаю, это котяра вот из тех домов. Поэтому, наверное, он домашний, жирный, откормленный. Но он подошел прямо к моему сачку с рыбой. И говорит: «Хочу рыбки». Я ему говорю: «Ну на». А он убежал. Я хочу вообще отпустить эту маленькую рыбку. Мама говорит: «Давай заберем кошаков, покормим в монастыре». Либо еще какие-то варианты можно придумать. Вот тут, смотрите, совсем маленькая щучка. Видите? И два маленьких окушка. Вот так вот. Это я съездил. Получается, святой источник. Сходил там в купель и заехал на речку Оять. И поймал три рыбешки, одна сошла. Такие дела. Такие пироги. Отдыхаем дальше. Продолжаем свое православное путешествие. Паломнический тур в самом разгаре.